Это человек, который видит больше, чем обычные люди, и чувствует гораздо шире, чем другие. Именно такими культурными каждый день эти люди пытаются сделать всех вокруг. И даже в профессиональный праздник люди искусства неизменно на посту и готовы дарить прекрасное другим. Звание заслуженного работника культуры области в этот день удостоились научный сотрудник Литературного музея Татьяна Кайманова и начальник управления культуры города Пенза Вера Фейгина. Мы, правда, очень ответственно относимся к своей работе. И работники культуры города Пензы и сегодня на посту. Мы не раз слышали, что Пенза – это одна из столиц Поволжье, столица культуры. И это правильно. Гордимся нашей культурой, потому что наша культурная общественность является образцовой не только у нас в городе и в области, но и по всей нашей великой России. Благодарности губернатора региона и законодательного собрания получили порядка 40 человек из Пензы и районов области.